Всех приветствую. Итак, хотела показать вам еще одну свою новиночку на следующий год из пряных трав. Это чабер Дугласа. Вот такой вот великолепненький, ароматный. Детеныш у меня. Итак, что в нем интересного? Заказывала я его в агравиоле. Пришел, вот неплохо очень растет. Начал уже показывать всю свою истинную в плане того, что он у нас имеет агабитус ампельный. То есть вот сейчас он начинает раскладываться. Имеет безумно приятный аромат. Аромат ментоловый с лимонными нотками. То есть будет неплохо в чай. Я думаю, саше можно делать. И многие делают салаты. Вот. Сейчас мне интересно... В плане размножения, ну, скажу так, смотрите, у него есть воздушные корни, то есть это все дело легко будет размножаться. Я думаю, что и черенковаться будет замечательно. Так что вот такой вот будет у меня еще один интересный ароматик в плане лекарственных и пряных травов. Чабер у меня был, но он был семенной. Конечно же, он совершенно иной по своему развитию. А вот здесь у нас будет вот такой вот интересный экзотический чабер Дугласа. Я его посажу обязательно в кашпо. Одно сделаю, посадим. Посмотрим, как он у нас будет создавать ампельность в кашпо. И, конечно же, деточками в маленьких стаканчиках. Но опять же, это все на перспективу. Но уже все нравится. Могу так сказать, чем-то он мне напомнил по своему развитию и по размножению вербенник манечатый. То есть, в принципе, все то же самое. Ампельность, воздушные корни. И, в принципе, неплохо себя ведет в теплице, где минимальная ночная температура не менее 5 градусов. Так что вот такой вот интересный, ароматный, пряный. Правда, аромат очень необычный. Чем-то напоминает мяту, но мята более резкая. Это более нежный, с лимонным ароматом. Даже лимонно-карамельный, могу сказать, потому что сладенький. Так что вот такой вот красивучий и интересный детеныш. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.